Цель проведения правовой акции именем закона – просвещение детей и подростков в области прав и обязанностей, привлечение внимания общественности к проблемам правовой защиты детства, необходимости воспитания детей в духе уважения к законности и правопорядку, а также предупреждение противозаконных деяний несовершеннолетних. Первым в качестве эксперта выступил представитель военного комиссариата, который познакомил старшеклассников с федеральным законом о воинской службе. Александр Чурин отметил, что скоро молодым людям предстоит с ним столкнуться. Юноши столкнутся в год, когда им исполнится 17 лет. Они обязаны будут встать на воинский учет в военном комиссариате по месту жительства или же по месту учебы. С девушками, кто закончит медицинские учебные учреждения, также обязаны встать на воинский учет в военном комиссариате и получить военный билет. Но там не только медицинские учреждения, но также есть перечень специальностей. Обращаясь к присутствующим в зале, приглашенные отмечали, наряду с тем, что подростки должны знать свои права, им необходимо не забывать и об ответственности. На примере конкретных жизненных ситуаций ребята получили ответы на широкий спектр вопросов, касающихся правовой и социальной безопасности несовершеннолетних. Хотелось бы вот на чем обратить внимание, что некоторые граждане, не понимают, какие поступки могут повлечь очень серьезные последствия, в том числе и уголовную ответственность. Соблюдать закон обязан каждый гражданин Российской Федерации, считает директор лицея Елена Уварова. Учащиеся узнают об этом от педагогов на уроках права. Но гораздо эффективнее, когда данную тему освещают люди, чья профессиональная деятельность непосредственно связана с правопорядком. Они из уст уже от первого лица узнают о том, как правильно нужно соблюдать закон, для чего это нужно и к чему могут привести последствия несоблюдения данного закона. Вот это мероприятие, оно поможет избежать ошибок, уменьшить правонарушения, поэтому я надеюсь, что эта встреча будет очень эффективна и полезна в будущем подрастающему поколению. В рамках проведенной акции участники мероприятия познакомились с деятельностью ведомств и организаций, призванных по долгу службы обеспечивать соблюдение закона и правопорядка в защите интересов и прав юных россиян. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, Виктор Викторов для рубрики «В рамках закона».